Стандарт идет сейчас на втором месте в чемпионате Бельгии, Мускрон на четвертом. Эти команды сошлись между собой и устроили настоящее голевое развлечение. 6 мячей было забито в этой встрече. Счет открыл нападающий Стандарта Эмиль Пенза. Но Мускрон довольно быстро отквитался и сделал это Стив Дюгарден. Стандарт продолжил атаковать, но в результате пропустил Луиджи Пьерони. Реализовал передачу Тони Мартич, а затем Пьерони забил еще один гол. И, кстати говоря, это его уже 10-й гол в сезоне. 3-1. Но в самом конце встречи Ондар Турачи сперва отличился. Ну а затем еще один гол забил Эмиль Пенза. Он, правда, реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Назначение этого 11-метрового вызвало довольно